повышении пенсии с 1 августа отделение Социального фонда России по Республике Татарстан проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсии по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Августовский перерасчет пенсии зависит от зарплаты пенсионеров. Чем она выше, тем больше будет увеличение. Максимальная прибавка составляет 3 пенсионных коэффициента. Выплата будет произведена в автоматическом режиме с августовской пенсии. Также отмечу, что с 2025 года возобновим выплаты индексации для работающих пенсионеров. Это касается тех граждан, которые работают. И, как мы все с вами знаем, с 2016 года размеры страховых пенсий работающих пенсионеров они индексировались, но не подлежали выплате. По вопросам социального и пенсионного обеспечения можно обратиться в единый контакт-центр отделения Социального фонда России по Республике Татарстан по телефону 8 800 100 0001. По этому же номеру телефона можно записаться на прием во все клиентские службы отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.